Ребята, всем привет, с вами Бангуст, и мы продолжаем с вами прохождение игры Frostpunk, и это у нас сценарий Ковчеги. Так, давайте смотреть, что там у нас. У нас изучается паровая угольная шахта, хорошо. Разведчики наши вроде еще там не добрались. Что тут у нас вообще по углю творится? Эту никак построить не могут, да? У нас так, склад у нас один готов, мы его, наверное, назначим. Ну, давайте под еду пока что. Я вот не пойму, почему у меня эти люди наши не бегают, не строят. У меня ходят одни автоматоны, тут только все строят и нифига больше не делают. Так, нам задействовать надо не менее двух автоматонов для добычи угля. Так, а по законам что мы можем там из-за принять? Давайте им протезы, да? Давайте протезы сделаем, тем более нам там один протез нужен, да? Давайте пока что им. А сколько протез стоит? 10 стали. Давайте пару штук пока протезов сделаем, пусть кого-нибудь там подлечат, чтобы наш человек там мог уже полноценно работать и все добывать. Так, температура у нас минус 40, но упадет на 2 уровня. Ну, вроде пока что у нас нормально, да? У нас тут приемлемо. Ну, плюс мы можем еще подрубить наши паровые центры. Сейчас у нас прибудет разведчик как раз таки. И это он должен нам все принести, да? Изучение технология паровая шахта. А, нет, он у нас куда-то пришел, да? На аванпост прибыл он. Так, аванпост рабочих, ушедший домой. Здесь работали исследователи, они проложили путь на север для всех нас. Похоже, они покидали это место в спешке, возможно, чтобы вернуться к своим семьям, пока не наступила великая зима. Так, три ядра. Немного угля нашли. И вроде как больше тут ничего и нету, да? Ну тогда возвращаемся домой. Вперед. Из песни, как говорится. Так, ну все, нам этот протез еще один готов. Тут больных нету. Коллегу починили. Так. Паровая угольная шахта. А, нам ядра нужны. Нам очень нужны ядра. Так, а мы с вами дальше будем исследовать. Наверное. Позволит улучшить интеграцию автоматонов на рабочих местах, увеличив эффективность на 10%. Давайте автоматонов немножко улучшим, да, чтобы они получше и побыстрее работали. Ну и добывали нам такие разные ресурсы. Так, тут мы это все пока под уголь отмечаем. Готово. Ну и ждем дальше. Так, разведчик у нас еще один добрался. Снежная равнина. Заметная деталь ландшафта морозных земель. А, тут опять ориентир, да? Новый ориентир, ничего не нашли. Ну, нашли другие с вами точки. Трейлер с припасами. Давай, телепай сюда. Вообще, по-хорошему бы это какого. А что там у тебя? Нет, давайте, наверное, у нас сначала отправишься. Так, где ты у нас? Вот он. Да, ты у нас отправишься сначала домой, все отнесешь, а потом уже пойдешь по этим точкам. Думаю, успеешь, да? Очень нам нужны эти ядра и все остальное. Такс. Ну, вроде пока что. Вот уголь бы и начал бы у нас копиться, было бы вообще замечательно. Ну, почему-то на одном месте топчется. Построили мне тут хоть эту какого штуку-то. Или никак не построят. Ага, наконец-то мне еще угольную шахту одну построили. Отлично. Назначаем тогда сюда автоматона. Окей. Город стал выживаемым. Подготовьтесь к буре. Дом. Построить 5 домов, распустить все экспедиции и собрать 8000 единиц угля. Ух ты, сколько. А, по идее у нас вроде порядок, да? Пока что вроде порядок.
Ну да, нам нужно, короче, ждать, когда придет кто-нибудь и принесет нам паровые ядра, чтобы улучшать наши угольные шахты. Тогда уголь, думаю, побыстрее у нас пойдет. Пока что вроде строить нечего, ну только если... Если только... Бум-бум-бум-бум-бум. Еще пару складов построить. Так, тут я, наверное, не буду строить склады. Построю их пока что вот тут вот. Вот так вот. А тут еда. Я просто хочу еще одну теплицу поставить. Но я не знаю, как она у меня там поместится. Так, ну тут надо провести дорогу нам, да? Так, мы ее проведем вот отсюда, вот так. Короче, поставим теплицу там, если вместится, еще один склад туда впихнем. Остальные склады потом, наверное, будем тут строить. Ну все, пока что ждем. И у нас сейчас будет понижение температуры, тогда, наверное, давайте сразу вот это вот мы все подрубим. Вот, кстати, тоже надо это все повключать, чтобы у нас везде все было тепло и уютно. И наши люди меньше болели, да? Потому что сейчас до минус 60 упадет. Но потом через сутки оно обратно нормализуется. Мы наши паровые центры обратно подключаем. А теплицу я хочу тут поставить. Она просто попадает как раз в радиус парового центра. И не надо еще один будет строить. Ну и будет у нас там все приемлемо. Все замечательно. Так, скоро уже разведчики прибудут. Это здорово. Так, тут у вас что? А, тут тебе обогреватель забыли включить. На тебе обогреватель. Склады. Ну, один под пищу. Остальное под уголь пока что. Да, похолодание, конечно, хорошее. Минус 60 идет. Так, разведчик у нас добрался, да? И ты тогда у нас отправляешься сразу вот сюда. Все, ты нам принес. Или что ты там? А ты нам ничего не принес, что ли? Вот ты засранец. Да, он нам ничего не принес, только зря его сюда прислали. Или он нам стали принес. Мне кажется, у него вообще ничего не было. Да, наверное, зря мы его туда отправляли. Ну, пусть пока что идет. Так. Склады нам потихонечку строят. Давайте, наверное, еще одного автоматона забабахаем. Раз у нас автоматоны строят, чтобы побыстрее они это дело строили. Ну и сейчас у нас прибывает еще один разведчик. Как раз таки все принес. Так, склад. Давай под уголь пока что. И ты у меня. Ты меня, короче, пока что стоишь, ждешь. Пока больше ничего нам не требуется. Так, ну а мы с вами нашу паровую угольную шахту строим. Одну и вторую. Да. Ну они, видите, они как бы строят сначала склады. Хотя у нас вон 5 незанятых человек. Ну ходите, стройте, пока вам нечем заняться. Все равно сидите в доме. Или боитесь вылезти на улицу. Так, и, наверное, я закажу, наверное, еще одного автоматона сразу. Так, технология изучена. Дальше мы, наверное, будем изучать... Давайте сталелитейку. Труд без конца. Сэр, люди вымотаны до предела. У некоторых продленные смены уже много дней подряд. Эти усилия тяжело им даются. Люди начинают роптать. Они заслужили отдых. Хорошая мысль. Нет, ребята. Надо. Вы то говорите, что у нас ничего не получается. Мы ничего не можем сделать. Надо спасти наши ковчеги. А сами даже чуть-чуть подрутиться не хотите. Че вы там прям... Утруждаетесь, что ли? Ну, до 8 вечера поработать, 12 часов, ничего. Никто от этого не умирал еще. У вас очень много потом времени там сходить вон в паб потом.
отдохнуть там, он на арене там кулаками помахать. В общем, время будет вам отдохнуть. Так, экспедиция у нас добралась, да? Или не добралась? Нет, не добралась. Так, этот у нас идет сюда, да? Этот стоит на месте, да? А что у нас тогда произошло? Что у нас произошло? А, автоматон новый изготовили. Давайте, наверное. Так, что тут? Угольную мне строить? Мне надо, чтобы угольную построили. Шахту. В первую очередь. А они строят нам склады пока что, да? Ну да, один свободный автомат. Ну пока походи так. Сейчас я тебя куда-нибудь пристрою. Так, еще один у нас этот готов, да? Давайте подпишу его. Еще один автоматон готов у нас. Отлично. Силуэт вдалеке. Сэр, в отдалении мы заметили маленькую черную точку на фоне белых пустошей. И она медленно движется к нам. Возможно, это выживший. Подождать. А чего ждем? Где у нас там выживший? А, вот он. Выживший. А, один всего идет? Выживший. Можно послать разведчиков, встретить выживших и обеспечить безопасность, проведя к городу. Хм. Время до нашего города один день. Ну, давайте его отправим. Разведчиков навстречу. Пусть идут. Встречают. Так, постройте мне, пожалуйста, вторую угольную шахту. Нам 8000 единиц угля надо накопить. Как вы собираетесь копить, если никак построить угольную шахту не можете? Так, тут что мы? Тут, наверное... Наверное. Давайте под уголь пока что сделаем. Так, вы строить собираетесь или нет? О, неужели? Неужели нам сейчас построят угольную шахту? Ну тогда с углем вроде должно пойти нормально, да? Плюс мы сейчас еще... Будет потепление, отключим наши паровые. Ну, уголь тогда начнем копить. Это хорошо. Тогда, наверное, я все-таки запланирую еда. Еще одну теплицу, да? О, как раз они вот сюда помещаются и как раз попадает в радиус нашего парового центра. Ну и тут его как раз таки строят, и мы туда назначим как раз таки нашего автоматона, да? А одного тогда можно вот сюда назначить. Пусть фигачит нам еду 24 часа подряд. Тут все хорошо, свет горит. Да, в наших ковчегах. Все замечательно. Это тут что-то... А, они от паровых центров тоже, что ли, заряжаются, автоматоны? Блин, я этого не знал. Не знал. Так, что там произошло? Где что? А, построили, да? Давайте сюда отправляем автоматона нашего. И, наверное, давайте еще одного бахнем куда-нибудь его там. Я не знаю, в медпункт можно будет его назначить, да? Наши люди пускай потом дома сидят уже. И ни в чем не нуждаются. Так, это у нас бараки построены. Хорошо. Надо, наверное, дома им еще будет построить. А, нам, кстати, дома надо будет и построить, да? Надо будет их изучить сначала. Ну ладно, все это сделаем. Так, пошло потепление у нас. Тогда мы наши отключаем пока что паровые центры. Экспедиция отряд номер 2 успешно вернулась в город. Вы можете отпустить разведчиков на маяке или снова отправить их в морозные земли. А, вот он, этот выживший. А ты чё? Ты чё, подох, что ли? Тебя же сопроводили. Крика помощи. Сэр, в наш город только что пришел изможденный и страдающий от сильного обморожения человек.
Он поведал нам жуткую историю. Мужчина пришел из города неподалеку, Нью-Манчестера. Там живут в основном рабочие с семьями. Их запасы на исходе и дела плохи. Опасаясь надвигающейся бури, они отправили отряд разведчиков за помощью. И выжил лишь этот мужчина. Он умоляет помочь жителям его города. Так, нужно узнать больше. Это нам, наверное, придется еще дома строить, да? Спасение посланника. Капитан, человек из Нью-Манчестера в очень тяжелом состоянии. Если ему не помочь прямо сейчас, он умрет. Возможно, разговор с ним единственный шанс узнать больше об этом городе. Надеюсь, мы сможем его спасти. Ну, давайте его там, эту, в больничку. У нас тут места есть. Пациенты. Тут четверо. Тут один, да. Есть куда его запихнуть. Так, а ты чё? Ага, вот, лагерь экспедиции, да? Ну, давай, отправляйся туда. А ты у нас еще долго там будешь идти? Еще 8 часов. Долговато, долговато. Так, тут по книге законов мы с вами... Протезы мы приняли, двойные пайки нет. Трансплантация органов какая-то. Закон о дуэлях. Давайте им дом удовольствия, что ли, сделаем. Побалуем наших мужчин. Ну и женщин, если таковые имеются. Так, тут у нас не работает, потому что надо тут обогреватель нам воткнуть. Все, тогда у нас сейчас заработает все. Лилитейку мы с вами изучили. Давайте, наверное, в паровом мы увеличение радиуса изучим пока что. Так, ну а тут надо нам строить наши сталелитейки, да, чтобы больше стали нам добывали. С деревом вроде проблем нету, а вот со сталью у нас проблемки. Так, тут что вы пишете? Помочь, но какой ценой? Сэр, некоторые из наших людей не находят себе места. Они говорят, что буря слишком близко, и мы не сможем выполнить свою миссию и помочь Нью-Манчестеру одновременно. Они понимают, что это трудное решение, но хотят знать, что для вас будет на первом месте, когда придется выбирать. Мы не можем бросить людей, недовольство вырастет. Не буду рисковать успехом нашего дела, надежда уменьшится. Ну, давайте, давайте, давайте попробуем помочь людям. Построим дома, если что, примем всех. Почему нет? Так, меня единственное радует, что у нас начал потихоньку уголь копиться. Начал потихоньку копиться уголь. Нет, сначала давайте вы мне солилитейки постройте, а потом я уже назначу склады. Вот, хоть одну сейчас построит, уже радует. Изготовлен новый автоматон. Это хорошо. Так, давайте, давайте. О, солилитейка одна готова. Вторую сейчас доделают. Поэтому можно смело ставить нам. Так, кстати, сюда можно по максимуму людей назначить. Пусть работают там. Можно смело бахать еще склады, да, нам. Вот сюда, сюда и сюда пока что. Так, и провести им дорогу. Давайте вот так вот шлепнем. Да, пока вот так. Будем под пищу там, под уголь. Под уголь надо много, наверное, будет складов, да, нам строить. А, у нас стали нету, да? Хорошо, хорошо. Ну, сталь сейчас у нас пойдет. Сталь пойдет, все будет... Все будет отлично. Ну и уголь начнем копить потихонечку. Так, разведчик у нас. Лагерь экспедиции. Палатка в этом лагере старый, покрытый заплатками. Похоже, лагерь покинут. Павшие герои. Мы обнаружили тела остальных членов экспедиции из Нью-Манчестера. Их припасов было недостаточно для нынешних погодных условий. То, что одному из них удалось достичь нашего города, невероятное везение. Обнаружены сломанный транспорт. А, это места. Так, взять ресурсы дерева нашли, да? Ну и идем в сторону сломанного транспорта. Так, склады еще не построили. Стали нету на нового автоматона. У нас получается один без работы и 5
людей еще без работы ходят. Так, я ешь вот этот забыл отключить, да? Все подключал, а этот забыл отключить. И у нас получается тут... Ну, пока что нормально, по температуре нормально. Мне кажется, даже вот это еще понижение на 10 градусов тоже переживем без всяких этих наших паровых центров. Так, технологию мы изучили. Давайте, наверное... Это что у нас? Обогреватель потребляет меньше угля на 1 единицу каждый. Да, давайте вот это изучим. А потом, наверное, изучим еще дома, да? И будем потихонечку дома уже нашим людям ставить. Так, склады нам построили. Давайте, ну, под уголь, конечно же. Один, наверное, под еду. Остальное под уголь. И можно, наверное, построить еще нам склады. Вот тут запланировать еще 3 штучки. Так, а дорогу проведем вот так. И давайте вот тут ее соединим. Вот так вот пусть будет. Пусть строят автоматоны наши. Хотя надо подкопить сталь, еще одного автоматона сделать, да? У нас сколько получается... Один свободный. Тут у нас автоматон работает. Давайте, наверное, давайте его сюда назначим. В медицину. А сюда мы можем в бар? В бар нет. На завод тоже мы не можем, да? А в дом опеки тоже не можем. Ну ладно, хорошо. Пусть будут у нас автоматоны тут лечить всех. Довольство пока что растет, но не так сильно, да? Так, сломанный транспорт. Какая-то машина подо льдом. Похоже на тягач для перевозки тяжелых грузов. Так, паровой ядер, кстати, нашли. Самоубийственная миссия. Транспорт принадлежал членам Нью-Манчестерской экспедиции. Он явно слишком тяжел для льда, по которому они передвигались. Ехать на нем чистое самоубийство. Так, обнаружена обзорная башня, база снабжения, да? Так, это мы забираем. Ну и идем вот сюда. И лепаем, да? Так. А у нас вот тут еще база снабжения. Нам бы еще что-нибудь разыскать. Успеть бы. Кстати, а мы ж можем автоматона, да, туда отправить. Или назначить... Еще одну экспедицию. А, мы не можем, да? Мы только можем автоматона. И то нам надо это все изучить. Так, паровые ядра и сталь нашли. Бесценное оборудование. Это оборудование должно быть принадлежало геологам, разведчикам или исследователям, приходившим сюда до нас. Что-то повреждено и раздавлено сдвинувшимся льдом. Но много еще можно использовать. Забрать ресурсы. Давай сюда в груду камней. А как бы мне поступить с базой снабжения? Может, туда автоматона нашего отправить, да? Но это надо изучить нам сначала. Автоматона разведчика. Чтоб быстренько они успели, да? Что там у нас по буре? Ну, буря, в принципе, приближается. Не знаю, успеем мы туда или нет. Попробуем. Короче... Посмотрим, как и что. Так, хотя можно тут еще одного автоматона, да, назначить. Пусть делают. Вот, замечательно. Освободили склады немножко. Под сталь и под дерево. Так, и нам-то так-то 12 дней осталось подготовиться к буре. И 12 дней в поисках пути... До Манчестера, да? Так, этот склад мы под уголь отмечаем. Так, все, все отправились на работу. Наверное, надо сейчас разведчика нам изучить будет, да? Так, этот, наверное, тоже под уголь отметим. А вот этот мы, вот этот отметим сейчас под еду. Вот. Пусть делают.
производят. Тем более у нас две теплицы работают, все нормально. Еду тут нон-стопом перерабатывают. Так, автоматон еще один у нас готов. Хорошо. Это замечательно. Ну, пока что делать не будем, да? Наверное, подкупим немножко ресурсов. Так, что тут у нас произошло? Труд без конца. Сэр, люди вымотаны до предела, они заслуживают... Нет, ну, ребята, ну, не буду я убирать продленку. Я вам и так на 24 часа не ставлю. Ничего. У нас везде на заводах работают одни автоматоны. Что вам опять не нравится? Что вам не так? Так, технология обогреватель у нас изучена. Давайте, наверное, все-таки автоматон разведчика изучим. Тем более он должен быстро изучиться. Так, разведчик у нас один добрался до обзорной башни. Да, временная смотровая вышка. Забравшись наверх, мы сможем лучше осмотреть... рассмотреть, что лежит впереди. Так, древесину мы там нашли, да? Другой город. Мы видим Нью-Манчестер. Струйки дыма поднимаются над городом. Он все еще обитаем. Нужно добраться туда как можно скорее. Обнаружено Нью-Манчестер, руины места, да? Взять ресурсы. Ну и погнали. Погнали. Туда. Да, надо туда будет автоматона нашего отправлять. Потому что разведчиками навряд ли успеем тут точку залутать. Ну и тут продолжаем пока что. Все добывать, все копить. Не знаю, склады еще надо ставить, нет. Вроде как пока что хватает всего. Да, ну если что, потом поставим быстренько. Как будет у нас заполняться склады. Так, еще один разведчик у нас добрался до груды камней. Так, ну это опять как ориентир, да? Новый ориентир. Ничего тут нету. Давай, погнали. К снегоходу. Блин, нам бы авторазведчиков побыстрее выучить. Было бы вообще здорово. Ну, думаю, сейчас с утра быстренько наши ребята это все сделают, поправят. Так, очередной разведчик у нас добрался до Нью-Манчестера. Этот город куда крупнее нашего, но гораздо беднее и густонаселеннее. Исследовать. Умирающий город Нью-Манчестер. Посреди хлипких лачуг высится тускло светящийся генератор. Здесь много людей, слишком много. Они выглядят больными и отощавшими. У большинства из них нет собственного жилья. Ничто не спасет их от надвигающейся бури, кроме нас. Короче, мы можем им помочь. Сейчас мы покинем Нью-Манчестер, но приложим все силы, чтобы отправить им помощь. И нужно в первую очередь выжить самим. У нас хватает своих проблем. Ну... В принципе, можно просто послать их куда подальше, да? И все. Ну, давайте постараемся помочь. Я не знаю, что из этого выйдет. Разведчиков отправляем сюда. Получится у меня или нет. Помощь для Манчестера. Мы нашли Нью-Манчестер, но его жители почти лишены каких-либо средств к выживанию. Мы можем попытаться помочь им, но только автоматоны способны доставлять грузы по заснеженной пустоши. Если мы хотим, чтобы они пережили бурю, нужно сначала отправить им стройматериалы, древесину и сталь для возведения убежищ. И это лишь начало. Им потребуется намного больше ресурсов, особенно еды и угля. Обалдеть. Обалдеть. И сколько им надо? 600 стали, 600 древесины. Так, а по законам мы можем что-нибудь тут еще... принять. Закон о дуэлях я не буду, а то они перестреляют себе там друг друга. Двойные пайки для больных. Да тут, в принципе, больше изучать-то нечего. Значит, пропускаем. Да, 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 да. Короче, надо копить нам 500 стали. Вернее, 600 стали, 600 дерева. И у нас на все про все это, на это... 11 дней осталось. Посмотрим, посмотрим, как сможем мы выполнить это.
обещание или нет. Но потихонечку тут у нас все копится. Разведчики, главное. Так, вот они, кстати, сталь нашли. Это был огромный трактор-снегоход. Должно быть, у него взорвался паровой двигатель, и машина превратилась в кучу мусора. Сумки с ресурсами. Так, да, забираем сталь и двигаемся к покинутой лесопилке. Отлично. Отлично пока что. А что там у нас еще? Точку не заморозили? Нет, еще не заморозили. Интересно, вот эти у меня успеют или нет? Куда? Чтоб автоматона туда не отправлять. Кстати, нам его сейчас уже и изучат. Так, ну автоматонов изучили. Давайте тогда, наверное, выходить в дома уже. Там все равно их надо изучать. Строить дома. Правда, на это сталь уйдет у нас. Которую нам надо будет отправить. Но как-нибудь попытаемся. Попытаемся мы все-таки решить эту проблему. Так, и у нас предвидится понижение температуры, да? Угу. Так, разведчик наш там прибыл в руины. Исследовать. Заметно где-то... А, тут, короче, еще ориентиры, да? Ну, давай... Давай вот сюда сначала. Вот сюда. Все, телепай. Да, а на ту точку, короче, мы тогда отправляем нашего свободного автоматона, да? Давайте его наймем и отправим вот сюда. Все. Пока что так. Короче, наши люди почти уже нигде не работают, да? У нас вон 10 безработных шляются где-то. Ну, не где-то, по домам сидят. Я бы еще одного автоматона сделал, но нам сталь надо копить. Попытаться накопить сталь, плюс нам надо будет сейчас еще дома строить. Так, что, вы успеете изучить? Да, изучили технологию дом. Ну и надо, наверное, оптимизация. Давайте оптимизацию угля еще изучим. А потом, наверное, апнем следующий уровень. Так, а по строительству люди, дом, да? 25 стали. А давайте строить дома. Да нам все равно надо будет сделать. Так, разведчики у нас добрались, да? Лесопилка. Осталось немного. Возможно, много лет назад здесь был аванпост. Теперь ничего не осталось, кроме обледеневшей лесопилки. Да, забрать ресурсы, короче, и... Ну и все. Отправляемся на базу. Так, а ты нам несешь стали 234 и 227 дерева, да? Единиц. Ну и хорошо, как раз пока ты дойдешь, мы еще немножко подкопим и уже тогда отправим это все в Манчестер. Надеюсь, тогда успеем все сделать. Кстати, дома потихонечку строим, и у нас недовольство падает. Так, ну давай там, разведчик сейчас наш куда-то там доберется тоже. Уголь потихонечку копится, уголь потихоньку копится, это радует. Складов бы еще поставить, но сталь неохота тратить пока что. Так, что тут у нас? Посланник выжил. Капитан, нам удалось вылечить посланника из Нью-Манчестера. Он полностью выздоровел. Спасибо вам. Если бы я остался в Нью-Манчестере, то умер бы. Умер бы. У нас нечем лечить такое сильное обморожение. Кажется, его город сильно отстает в развитии. Одежда растет. Понятно. Это хорошо. Дом для тебя там имеется, да? Да, у нас один рабочий. Остальные все инженеры.
Так, ну и разведчики наши. Давай, давай, давай. Отлично, прибыли, да? Достигли. Дредноут. Паровые ядра и сталь нашли. Огромная машина, но она менее технологически совершенна, чем та, что была у нас. Дредноут из Манчестера не подлежит починке. На этом дредноуте могло бы поместиться несколько сотен людей. Должно быть, он принадлежал жителям Нью-Манчестера. Теперь он сломан и починить его не удастся. Взять ресурсы. О, сталь и паровые ядра, да? Давай сюда. Отправляйся. Заматон наш долго там ходит. До точки, да, на карте. Тут у нас пока что все хорошо. Все замечательно. По температуре что там у нас? Прохладно, да, стало? Прохладно. Так, ну еще сутки еще можем протерпеть. Потом уже наши эти паровые подключим. Подрубим. Так, автоматон наш наконец-таки добрался. Хижина развалилась, но в ней есть еще ценные предметы. Это у нас что, база снабжения, да? Обыскать местность. Так, тайник. Обыскав хижину, мы нашли множество ценных припасов. Нашли еду и дерево. Забрать ресурсы. Ну и давай, короче, возвращайся обратно. Так, тут что? Нет, я не буду. Я же сказал, я не буду вам убирать продленную смену. Ребята, все зависит от вас. Все зависит от вас. Надо постараться, надо поработать. Самотон у нас пока что нормально. Мы уже почти стали накопили. А, вот, как раз экспедиция отряд номер один успешно вернулась в город. Отлично. Так, нам нужен тогда один свободный автоматон, да? Давайте тогда мы вот отсюда его снимаем, назначаем сюда людей, пусть работают. А автоматона нашего мы отправляем вот сюда, да? Создать новый отряд разведки. Так вот в чем у нас проблема, да? Так, этот у нас ожидать. Нам надо, чтобы этот наш автоматон вернулся. Тогда мы сможем отправить. Припасы в снегу. Ящики покрыты плотным слоем снега, но там точно должны быть ценные ресурсы. По снегу мы нашли несколько ящиков с припасами. Неясно, кто мог оставить их здесь. Забрать ресурсы, еду. Ну и вроде как все, да? Давай тогда отправляйся сюда. Тогда вот этих мы с вами распускаем. Да, а этого мы отправляем. Все. И у нас как раз таки еще изучена одна технология. Еда для Нью-Манчестера. Убежища построены. Теперь пора наладить поставки еды. Голод толкал этих людей на чудовищные поступки. Да простит их Господь. Соберите достаточное количество пищевых пайков и отправьте их в Нью-Манчестер на автоматонах. А они, интересно, нам вернутся или нет, эти автоматоны? Ну, пошел он туда, хорошо. А назад? Так, сколько нам надо? 2000 пищевых пайков, 2 единицы автоматонов и отправьте в спасательную экспедицию. Обалдеть, обалдеть. Так, по складу... Ну, поэтому мы, наверное, надо 75 стали, да? Давайте, подкопим немножко. Люди возражают вам. Сэр, к нам вновь пришли обеспокоенные инженеры. Они утверждают, что послать припасы в Нью-Манчестер значит подвергнуть риску успех нашего дела. Мы готовы отдать свои жизни ради того, чтобы растения вновь были повсюду. Нельзя отказаться от этой цели. Мы очень просим вас, поймите всю важность нашей миссии. О, как заговорили, а как работать до 8 часов вечера, так мы не можем. Нет, Будем пытаться помочь людям. Так, и надо нам будет автоматона, да, создать. И нам надо делать следующий ап, кстати. Давайте делаем. Ну, еда у нас потихонечку копится. 2000 еды-то мы накопим. Вот где нам брать автоматонов. Но один сейчас вернется.
Один вернется. Окей. Одного мы можем, наверное, забрать будет отсюда, да? Так, мы тебя... А, вот. Распустить. Есть. Распускаем. Так, один автоматон у нас есть, да? Мы можем, в принципе, снять, если что, отсюда. Где у нас еще автоматоны работают? В теплицах. Ну, в теплицах пока пусть работают. Кстати, мы можем, если что, еще одного автоматона сейчас построить. Да? Да, давайте. Надеюсь, пока у нас копится пища, мы с вами это все построим. Кстати, надо будет нам еще, наверное, построить пару складов, да? Давайте, наверное... А, вот тут вот мы можем их, да, бахнуть. Раз, два. Пока два. Пока два. Под пищу и под уголь отметим их. А, и надо нам подрубить уже наши вот эти обогреватели. Потому что сейчас будет похолодание. Чуть не забыли. Отлично. Ну и скоро к нам вон эти еще принесут нам тут сталь, дерево. 4 ядра, отлично. Еды принесут, которую можно будет перелопатить. Ой, как холодно. Как же холодно. Так, что у нас там по ковчегам? Нормально, прохладно. Это хорошо. Так, давай. Тебя под пищу. Так, автоматон у нас готов. Это у нас получается 2 свободных, да? Просто замечательно. Нам осталось чуть-чуть еды подкопить. И можно будет отправлять. 9 дней осталось, да? Есть, у нас накопилась еда. Так, кстати, тут еще ее принесли. Просто замечательно. Так, мы это отмечаем под уголь. Под уголь, а этих мы отправляем, да? В Нью-Манчестер. Вот. 2000 еды и 2 автоматона, да. Все, погнали. Отлично. Так, ты у нас ожидаешь уголь для Нью-Манчестера. Мы отправили в Нью-Манчестер достаточно пищи, чтобы город сумел пережить бурю. Но им не протянуть без достаточных запасов угля для генератора. Мы посчитали необходимое им количество, и картина неутешительная. Давайте поможем им. Окей. Ну что нам надо сделать? Нам надо 6000 угля и 4 единицы автоматонов. Отправить спасательную экспедицию. Ну, уголь у нас есть. Осталось автоматонов, да? Нам создать. Цель. 13 инженеров пришли выразить протест против вашего решения переслать припасы в другой город. Они просят вас этого не делать. У нас есть важная цель. Да, бедные жители Нью-Манчестера умрут без нашей помощи. Но помогая им, мы подвергаем риску будущее всего человечества. Нет, я продолжу. Продолжу помогать. Кстати, вас мы также распускаем. Да, у нас же на карте больше нету точек. Нету. Только наш Нью-Манчестер. И тут уже потихонечку начинает замерзать. Да, буря к нам приближается, кстати. То ближе и ближе. Ну и делаем тогда автоматонов. Нам их 4 штуки надо. И надо будет, наверное... Ну, под еду можно не строить, а вот под уголь... Да и под уголь, наверное, пока что... Пока что хватает. Кстати, у нас будет потепление. Может быть, можно будет паровые центры нам подключать.
Так, это отнесет сталь, дерево, да? Это 2000 еды. Угу. Один у нас автоматон дошел. Это хорошо. В принципе, пока идет все неплохо. Нью-Манчестер, голос в поддержку. Сэр, мы нашли письмо, адресованное вам. На нем нет подписи. Сэр, я всей душой поддерживаю ваше решение помочь Нью-Манчестеру. Я знаю многих, кто разделяет мое мнение, но они говорят об этом только с глазу на глаз. Их застыдили те, кто считает, что сострадание – это признак слабости. Хорошо, что я не один такой. Да, хорошо, что поддерживают меня мои люди. Пусть там и втихую, там, с глазу на глаз, там, друг с другом, но поддерживают. Я очень этому рад. Так, что там у меня по автоматонам? Ну, делаются. Мне надо их 4, да? Кстати, у вас продленка. Давайте я вам, наверное, даже... Давайте я вам даже смену увеличу немножко, чтобы побыстрее их сделали. Так, изучена технология. Смотрим, что мы там дальше сможем изучить. По отоплению есть что-нибудь у нас? Улучшенные обогреватели. Повышение. Паровые центры будут потреблять на 33% меньше угля. А это позволит повысить температуру на рабочих местах на 3 уровня. Каждый работающий обогреватель потребляет 3 единицы угля в час. У нас там потепление будет, да? Давайте меньше угля сначала изучим. Все шестеренки смазаны. Все, один автоматон у нас готов. Сейчас пойдет еще один изучаться. Ну и нам нужна сталь. Так, смерть от переутомления. Ну, выживание требует жертв, да. Да, ребята, но от этого никуда не деться. Может, зря я поссал 24 часа. И так бы, может, успели. У нас, в принципе, еще почти 9 дней. На все про все. Ну, все, решение уже никак не отменить. Что есть, то есть. Так, еще один у нас один автоматон готов. Отлично. Тут сейчас пойдет третий. И нам надо будет потом четвертого еще, да? Нам нужно 100 стали еще подкопить. Так, и еще один готов, да? Давайте назначаем еще одного. Сейчас как сталь появится... Они нам его приготовят. Да, у нас 3 автоматона имеется. Уголь у нас имеется. Ну и пища потихонечку у нас также восполняется по новой. Вот, а тут как раз таки пошло потепление, поэтому мы вот это все отрубаем. И у нас будет вроде все должно быть нормально, да? Что там в ковчегах? Прохладно. Все хорошо, все здорово. Давайте, работайте. Вот, и сейчас нам будут изготавливать еще одного автоматона. А, ну и мы тогда отправим. Да, уголь у нас имеется. Стали немножко сейчас подкопим. Хотя у нас где... Есть какой-нибудь склад под пищи, да? Давайте отменим, под уголь поставим. Так, что тут у нас? Нужен уголь. Капитан, пришел человек из Нью-Манчестера. Он хочет, чтобы вы помогли жителям его города. У вас достаточно угля, чтобы послать часть в Нью-Манчестер. Без вашей помощи его жители могут не пережить грядущую бурю, что может быть ценнее человеческой жизни. Что может быть ценнее человеческой жизни? Будем делать, что можем. Мы, в принципе, и так делаем. Подожди немножко. Нам вот осталось тут доделать 4-го автоматона. Сейчас он сделается. И все. И мы вам отправляем уголь первым же рейсом. Так, все. Готов наш автоматон, да? Выбираем тогда вот эту штуку. И вот тут, да, отправляем спасательную экспедицию с углем в Нью-Манчестер. Думаю,
сумеем мы им помочь. Нью-Манчестер получил помощь. Жители Нью-Манчестера встречали последний транспорт с грузами, прибывший в город, со слезами благодарности на глазах. Мы сделали все, что могли. Дальнейшая судьба города в руках его жителей. Ну да, мы, в общем, помогли, чем смогли. И теперь нам надо самим позаботиться, да, о своем выживании. Ну, у нас, в принципе, еще 8 дней. В принципе, уголь и еду, думаю, мы успеем накопить, да, подготовиться к буре. Даже, наверное, еще и больше накопим. Кстати, давайте, наверное, я пока что не буду ничего строить. Может, мне понадобится сталь на исследование сейчас какое-нибудь. Ну, и чё? А пока что ничего, да? Так, тут что у нас опять? Последний рывок. Укрепление города. Нью-Манчестер в безопасности, и мы вновь можем сосредоточить все силы на своей миссии. Вот что говорят сомневавшиеся инженеры. Сэр, между нами были разногласия, но мы готовы о них забыть. Как бы там ни было, пора сделать последний рывок и достичь цели. За работу. Так, конечно, я вам про что и говорил. Давно бы так. Так, изучено повышение парового центра, да, меньше угля стал. Давайте обогреватель теперь изучаем. А это что у нас такое? Улучшение позволяет повысить температуру во всех тепловых зонах на один уровень. О, давайте. Пусть изучается. Ну и у нас... Да у нас все нормально. Уголь потихонечку копится. Все отлично. Мы экономим там потихоньку. Что-то я не успел прочитать, что-то там на кладбище происходит. Давайте, наверное, пусть еще одного автоматона сделают. Мы вообще сейчас людей наших в дома позагоняем. Чтоб у них там все здорово было. Ничем они не болели. Дерево у нас заполнено, да? Угу. Давайте тогда еще склады построим. Вот так вот. Так, тут дорогу бахнем. Вот, готово. Ну и все. Ждем. В принципе, пищу мы уже с вами накопили. Отлично. Так, автоматон у нас готов. Давайте его сюда, в больничку отправляем. Вместо людей пусть работает. Так, технология увеличения радиуса генератора. Изучаем. Короче, сейчас все тепло поизучаем. Подготовимся к буре. Было бы у нас все нормально, да? Склады потихонечку строят вроде. В принципе, неплохо у нас идет, да? Уголь, в принципе, копится потихонечку. Похолодание у нас еще там не скоро. Мы потом следующее что-нибудь можем еще изучить. Так, повышение эффективности генератора. Генераторы будут потреблять на 10% меньше угля. Вообще здорово. Да, еще на угле сэкономим. Как раз таки сейчас на следующий день нам доучат это, да и следуют. У нас так уже 7000 угля, мы в принципе до бури вполне все успеваем. Есть увеличение радиуса у нас готово. Давайте вот это экономия угля еще. Что у нас там получается по радиусу? У нас все здорово, да? Второй радиус. Все у нас классно. Все у нас просто замечательно. Так, у нас ошибки горячие. Так, а если я отключу? Вот так вот. Во. Приемлемо. Все у нас приемлемо, да? Вот это можно подключать.
Вот так вот. Просто здорово. Просто здорово. Так, склады нам, кстати, построили. Давайте под уголь. Под уголь. Эти что у нас? А, дорогу еще не проложили. Понятно. Ну и можно еще одного автоматона заказать. Отправим его в следующую эту... аптечный пункт. Вернее, санитарный пункт. И все, наши люди будут чисто сидеть дома, да и все. Только в этом какого. Тут на заводе работать. Кстати, мы его можем вообще потом отключить и все, да. Ну и вот тут у нас будут в пабе работать люди. А, ну и в технологиях. Так, ну в принципе нам осталось 6 дней, да? Новый автоматон готов. Давайте его отправляем туда. Отлично. Труд без конца. Хорошая мысль. Можете уже отдыхать. В принципе. Не используйте продленные смены в течение 3 дней. Да и ладно. Не будем. У нас все равно везде работают автоматоны. Так, эффективность изучили. Увеличение радиуса генератора давайте изучим. Ну и нам осталось вон 140 единиц угля накопить. И в принципе все, мы с вами будем готовы за 5 дней. Поэтому сможем спокойно дальше потом улучшаться, да? Так, а почему ты у меня тут не строишься? Я что, где-то дорогу не провел? Да вроде везде все законнектил я, да? Давайте, стройтесь, пожалуйста. Ну, вот так еще раз повторю. Не хотят пока что строить. Сидят там в домах. Никто выходить не хочет. Все, наши люди вообще практически нигде не работают. У нас просто все замечательно. Дорогу бы пошли, построили, было бы вообще классно. Так, все, припасы готовы. Мы накопили достаточно припасов, чтобы пережить бурю и позаботились обо всем остальном. Окей, ждем бурю. А чё, все что ли? А я думал, нам бурю надо будет еще пережить. Надеюсь, мы сделали достаточно. Надеюсь, наши жертвы были не напрасны. Мы постарались. Thank you.
Ну что, ребята, закончили мы с вами сценарий. Все оказалось не так уж и печально. Помогли, спасли людей в Нью-Манчестере, помогли им в городе. Сохранили наши ковчеги, не дали замерзнуть растениям. В принципе, я думал, нам бы бурю еще пережать, но серия на этом закончилась. Спасибо всем, ребята, за просмотр. Всем, кому понравилось, поддержите видео лайками. Ну а мы с вами увидимся уже в следующей серии. С вами был Мангус. Всем пока-пока.